души поздравляю всех, кто участвовал в реализации проекта. Рабочих, инженеров, проектировщиков. Благодарю за ваш труд, за ваше мастерство, за новые технические решения, которые воплотились в этом прекрасном сооружении. Я просто счастлив. Я счастлив от того, что мечта моей жизни, жизни многих-многих поколений череповчан, она воплотилась. 68-й год, первое упоминание в генплане, что второй мост нужен. Прошло больше 50 лет, и мы его построили.